Ну что, друзья, готовы ли вы встречать нового мифического бравлера Мика? А хотя стоп, давайте спрошу по-другому. Готовы ли вы встречать сломанные сервера Бравл Старса? Потому что этот бравлер 14 декабря будет бесплатный для всех игроков в Бравл Старсе. Вы помните, что было с серверами, когда разработчики всем подарили Эдгара? Вот я представляю, что будет, когда всем подарят бесплатного мифического бравлера Мико. Ну а сегодня, друзья, мы поговорим про его атаку, ульту, гаджеты, пассивки, гиперзаряд и вообще, насколько это имба. Но, ребят, перед тем, как я начну, обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, новый Бравл Пасс и Бравл Пасс Плюс. Все новые скины и акции, все это вы сможете купить в моем официальном магазине Robzy Shop по ссылочке в описании. Все максимально просто. По ссылочке в описании нажимаете «Купить». Каталог, выбираете Бравл Старс, выбираете нужный вам товар, вводите свои данные, оплачиваете и вам покупают акцию или товар. Все максимально честно, безопасно и быстро. А еще, друзья, я подумал, нужно поднимать как-то новогоднее настроение. Недавно я делал конкурс на 12 скинов олень-гриф для своих подписчиков в телеграм-канале. Поэтому я решил, сегодня я сделаю конкурс еще на 10 скинов Джеки с подарками. Ребята, новогодний скин, новогоднее настроение. Залетайте в мой телеграм-канал и нажимайте кнопочку «Участвовать». И не забывайте подписываться и ставить лайки. Итак, друзья, Мика — это мифический бравлер из раздела «Убийца». Мика работает звукооператором в Бравливуде, но его легко принять за знаменитость, учитывая, сколько он хвастается, у него крутой нрав, а вот чувства юмора нет, так как что лучше с ним не шутить. В общем, это невероятная имба, и у него на максимальном уровне 6000 здоровья. Скорость движения очень высокая, его атака — микрофонная стойка. Мика делает небольшой прыжок вперед, атакуя с помощью микрофонной стойки и при этом нанося урон ближайшим противникам при приземлении. 2180 урона, дальность нормальная, а вот скорость перезарядки очень низкая. Его супер называется «За кадром». Мика прыгает за пределы экрана, становясь неуязвимым и выбирая, где приземлиться. При приземлении он наносит урон ближайшим противникам. 2380 урона, а длительность 6 секунд. Итак, друзья, его гаджеты. Гаджет «Вау». Дальность следующего прыжка Мика увеличивается на 34%, зарядов 3. Его первый гаджет — Мика испускает оглушительный вопль в направлении ближайшего противника. При попадании эта атака наносит 545 урона и замедляет врагов на 2 секунды. Вы понимаете, у него есть гаджет с замедлением. Пассивка «Плагиат». Каждые 5 секунд следующая базовая атака убивает боеприпасы врага. А еще пассивка «Рекордный хит». Мика наносит 100% дополнительного урона, если атакует не бойцов. Вы понимаете, он по ящикам наносит в 2 раза больше урона. Мы это тоже проверим. Гиперзаряд «Усиление». Супер после приземления супера Мика также оглушает ближайших врагов на 1,5 секунды. Ну это просто имба, ребята. Я не знаю, что с этим бравлером будет в игре, но сейчас мне кажется, он максимально имбовый, и сервера Бравл Старса точно будут валяться долго. И... да, они будут реально долго валяться. Помимо этого, есть уже скины Сунь Укон Мика. Это вылитый, друзья, вылитый Monkey King из Доты 2. Ну, как говорится, немножечко сплагиатили. Прям вообще 100%. Скин Месье Мика, который будет стоить 29 гемов, либо 1000 блингов. Ну и, конечно же, скин Гринч Мика за 5000 блингов, либо за 149 гемов. И вы знаете, где можно покупать гемы? Вы можете знаете, где можно покупать эти скинчики. Правильно, Robzy Shop, ссылка в описании. Насколько же все-таки хорош Мика? Посмотрим на его гаджет, как он работает. И реально, ближайшего противника нанесли удар и... это просто же еще замедлили. Смотрите, он не может попасть по мне. Он не может попасть по мне, потому что я перемещаю... это просто пипец, вы видали? Я могу прыгать через стенки. То есть Мика может прыгать через стены, и посмотрите, какой урон.
Посмотрите на этот урон. 4360. Вы же помните, что этот урон по такой большой, потому что он атакует не игроков. А если вот этим, ребята, посмотрим на урон. Внимательно с ульты. 4760. А теперь, друзья, гиперзаряд. Посмотрите, теперь этот урон будет еще круче. Как работает ульта вместе с гиперзарядом? То есть мы активируем гиперзаряд, взлетаем. И хватит ли нам времени пролететь вверху, пока гиперзаряд не закончится? Застанется ли у нас на 1,5 секунды? Офигеть, ну это просто какая-то жесть. Пассивка плагиат. Каждые 5 секунд следующая базовая атака убивает боеприпасы врага. То есть каждые 5 секунд у нас заряжается шкала, и во время атаки вы сносите боеприпас врага. Это очень круто. Вот этот гаджет дает нам следующую, смотри, дальность. Сейчас дальность прыжка, допустим, вот сюда, а обычная дальность прыжка у нас не хватает. Вы можете себе представить Мика в настоящем бою? Во-первых, сундуки. По 2180, ага. То есть на сундуки двойной урон не работает. Но, ребята, поверьте, что Мика может сделать с другими бравлерами, когда он такой имбовый и во время прыжка ему урон не наносится? Но вот против медведониты я не хочу сражаться. Я не хочу сражаться, но можем сделать кое-что интересное. Можем вот так вот попытаться вынести ниту. Естественно, мы вынесли ниту, а теперь отходим и прыгаем через стенку. Попробуйте догнать этого гада, который просто неуязвим во время прыжка. Он может делать все, что угодно и когда угодно. Так, смотрите, это Эмс. Во-первых, мы ее замедляем. Во-вторых, ее убиваем. Но это жесть. Это такая имба. Реально сервера Бравл Старса упадут 100%. Вы же понимаете, что Мика может творить грязь в любом, ребята, режиме. Замедление. И всех вынесли. Вы посмотрите. Он занимает территорию. И все. Ему ничего не сделать. Ворон. Давай, ворон. Раз. Два. Три. И все. Ай-яй-яй. Меня вынесли. Но ничего страшного. Ничего страшного, ребята. Я, знаешь, что сейчас делаю? Что делает Мика? Мика просто перелетает всю карту. Он улетает куда-то в небо, летит вот сюда, и приземляется прямо на голову двум бравлерам, начинает прыгать, а вот ульт нельзя нажимать. Вот ульт, когда вот за тебя другой бравлер стоит, не стоит нажимать, потому что, ребята, вас в это время убьют. Вас в этом время убьют, потому что он ульт заряжает очень долго. Прыжок. Не, ну это просто имба. Мне интересно, а будет ли он занимать место, пока стоит? Смотрите, сразу в троих. Просто ульта называется в троих. А, нет. Ну, чисто добил так, побаловался. Нет, Мика имбовейший персонаж. Просто лютая, жесткая имба, которая, ну... Смотрите, я перепрыгнул ульт. Я перепрыгнул только что ульт Калет. Ну как это может быть вообще в реальной жизни? Вы понимаете, это слишком жестко. В общем, друзья... Ждем 14 декабря, получаем все бесплатного бравлера Мика. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик и донатить в официальном магазине RobZShop по ссылочке в описании. Всем удачи, покедова!